Конференция X5 «Диалог» практически подошла к концу, но не заканчиваются участники, с которыми мы продолжаем знакомиться. И победители в разного рода номинациях тоже с нами сегодня. Представляю вам Анну Демидович, это компания Nestlé и победитель в номинации... Кроссфункциональное взаимодействие. Очень сложная пока формулировка для меня, для человека несведущего. Расскажите, за что все-таки эта награда? Знаете, у нас достаточно большое количество проектов совместных с командой X5, и мы работаем практически с каждым из отделов. С нашей стороны огромная команда профессионалов, со стороны X5 в каждом из форматов огромная команда. И у нас очень много больших проектов, связанных с непосредственным влиянием на рост категории. Вот. То есть, грубо говоря, когда-то мы с руководителями категории, с непосредственными закупщиками искали, ну, точнее, начали искать и до сих пор ищем различные источники развития и роста. И вот что-то находим каждый раз. Каждый раз что-то находим. То в логистике, то в мерчендайзинге, то в категорийном менеджменте, то в продажах. В общем, быстренько все вместе вовлекаемся, организовываем вот эту так называемую кроссфункциональную команду из большого количества людей и профессионалов. И приносим, делаем проекты и приносим значительные результаты. Оперативно и с выхлопом, я так понимаю. Оперативно и с выхлопом. Главное, что с выхлопом для обеих сторон. Вот что важно. То есть эта игра такая, ну, честная и партнерская. Награда это была ли для вас ожидаема или неожиданно было получить эту статуэтку? Ну, знаете, я могу поскромничать и сказать, что неожидаемо, но на самом деле ожидаемо. Действительно, работа каждый день ведется. Мы очень плотно общаемся с командой X5, дружим с многими из коллег и, не знаю, вовлекаемся в каждый из проектов. Я слышу от них сотни комплиментов, поэтому, да, думаю, ожидаемо. Если не секрет, построили ли уже какие-то планы на 2022 год по взаимодействию как раз-таки с X5? Вы знаете, строим планы, каждый день строим планы. Вот, сейчас ищем вместе с закупщиками новые источники развития категории, что-то новое придумаем, используем, соответственно, новые инструменты, о которых сегодня X5 говорил. Вот, и, собственно, пробуем, тестируем, исследуем что-то новое, идем в будущее. Ну и финализируя, как вам конференция, впечатление от сегодняшнего дня? Да, конференция замечательная. Большое спасибо всем организаторам, компании InfoLine. Большое спасибо компании X5 еще раз, что пригласили меня сегодня выступить за нашу замечательную компанию и поделиться своим уникальным опытом. Спасибо вам большое. Удачного дня и новых конференций. Да, всего доброго.